В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском районе начался масштабный ремонт дорог. Долго ли терпеть? Временные трудности. Снимается верхний слой асфальта, бетонного покрытия. Продолжается европейский турнир по мотоболу. С кем играли российские спортсмены в третий день чемпионата? Белорусов полностью поменялся состав. Ребята все молодые. Это первая сборная. Поэтические чтения «Стихи живут» отправились на московский коксогазовый завод. Мы любые возьмем рубежи. Как бы ни были будни суровы, лишь единое слово скажи, и на подвиг идти мы готовы. Но начнем мы наш выпуск с грустной новости. Сегодня произошло печальное событие. После тяжелой болезни ушел из жизни наш друг и коллега Владимир Бижонов. Владимир работал в телекомпании «Видное ТВ» с декабря 2015 года. За это время в качестве оператора он снял несколько документальных фильмов и более 1500 сюжетов. Он был талантливым видеооператором и верным товарищем. Коллективы телекомпании «Видное ТВ» и газеты «Видновские вести» выражают соболезнования родным и близким. К текущим новостям. Вот уже несколько дней водители в Видном испытывают трудности с передвижением, хотя трудности эти временные. В городе начался масштабный ремонт дорог. Какие именно трассы в Ленинском районе планируется починить и когда эта работа будет завершена? Ответы на эти вопросы в нашем сюжете. В Видном на проспекте Ленинского комсомола все последние дни наблюдается транспортный коллапс. Но водители не в обиде. Это, да и многие другие дороги в городе давно требовали реконструкции. Ямочный ремонт, проводившийся регулярно, ситуацию если и спасал, то ненадолго. Теперь на этой и еще нескольких дорожных магистралях района появилась специальная техника. В соответствии с губернаторской программой «Дороги Подмосковья» в рамках нашей муниципальной программы развития функционирования дорожно-транспортного комплекса в этом году с привлечением субсидии на ремонт дорог из бюджета Московской области было заявлено 10 автомобильных дорог. 6 дорог на территории городского поселения Видное и 4 дороги на территории городского поселения Горки Ленинские. В Видном это проспект Ленинского комсомола, Белокаменное шоссе, улицы Старонагорная, Центральная и Ольховая. Стоимость ремонта всех дорог порядка 65 миллионов рублей. Доля местного бюджета в этой цифре составила всего 5%, остальное – деньги области. При текущем ремонте дорожного покрытия снимается верхний слой асфальта, бетонного покрытия, производится подсыпка в тех местах, где необходима подсыпка щебнем, укрепление дорожного полотна, и сверху кладется новый слой асфальта. Параллельно с этими работами проводится замена бордюрного камня, укрепление канализационных колодцев и решеток ливневой канализации. Часть дорог для ремонта были отобраны по итогам голосования на портале «Добродел», часть по обращениям жителей в администрацию района. Помимо непосредственно дорожного покрытия, обновляют и элементы инфраструктуры, например, ограждения и дорожные знаки. Чтобы ускорить проведение ремонта, люди и техника работают по ночам. Местных жителей просят отнестись к этому с пониманием. На проспекте Ленинского комсомола работы закончатся к началу следующей недели. Ремонт всех запланированных дорог планируется завершить к концу июля. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжается европейский турнир по мотоболу. Пока команды в круговом этапе встречаются друг с другом. С кем играли российские спортсмены в третий день чемпионата, расскажет Елена Бабина. Смотрите, не получался у нас заезд с углового. Места мало, да? После двух непростых встреч с командами Франции и Нидерландов появилась возможность немного сбавить темп, так как в календаре игр значился матч «Россия-Беларусь». Однако, наученная предыдущим опытом с голландцами, команда России не расслаблялась и готовилась к матчу. Волнение есть, я считаю, перед каждой игрой все равно. Как правильно нам говорит руководство, соперника нельзя недооценивать, поэтому все равно, кто бы это ни был, все равно какое-то волнение есть, больше или меньше степени. В первом периоде на поле основной состав. Сразу после начала пробивает штрафной Владимир Сосницкий. За ним забивают Сергей Крошка и Иван Приштопа. Второй период еще более результативный. По два мяча записывают на свой счет Антон Гусев и новичок турнира Семен Халин, который уже заждался своего выхода к соперникам. Да, конечно, ждали. И я ждал, и все мы, кто во втором составе. Ну, эмоции, конечно, было огромнейшее желание что-то показать, так как первый раз что-то доказать. Вот. Ну,
как бы хорошо, что все получилось. В третьем периоде счет увеличился до 10. 2 мяча забил Рома Децина и 1 Анатолий Касьянов. Но наконец-то удалось размочить счет и белорусским игрокам. Кстати, забил гол Вячеслав Лемишевский, легионер, представляющий ипатовский клуб «Колос». Белорусов полностью поменялся состав, ребята все молодые, это первая сборная некоторых ребят. И я думаю, что с каждым годом они будут прибавлять, есть потенциал. Белорусы заиграли в четвертом периоде, а может просто наши игроки расслабились. Мы забили 1 мяч, а получили в ответ 3. Итог встречи 11-4. Ну а что в сухую не получилось? Все-таки 4 мяча – это прилично. Не получилось. Ну, не знаю, первый рикошет, потом как-то спаса пропустил. Как-то, не знаю, ну, они тоже не слабые ребята. Может, мы чуть расслабились, хотелось, чтобы никто не хотел получить травму, как говорится. Никто до последнего не сражался, счет уже был большой. Мы понимали, что они нас не догонят. Нас не догонят, и это правильно. Но такое утверждение еще придется доказывать в игре с хозяевами турнира. Елена Бабина, Сергей Ларин, Видное ТВ. Правила дорожного движения должны прививаться с раннего возраста. Госавтоинспекция проводит много мероприятий, направленных на пропаганду безопасности на дороге. Одно из них – операция «Зебра». Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Обеспечить безопасность детей на проезжей части – первостепенная задача сотрудников госавтоинспекции. В рамках работы по пропаганде безопасности дорожного движения проводятся специальные акции, такие как «Операция «Зебра». Во время проведения операции «Зебра» самых маленьких пешеходов обучают правилам безопасного перехода проезжей части. Вместе с «Зеброй» воспитанники детского сада «Теремок» изучали основные правила дорожного движения. «Зебра» научила ребят смотреть налево, а потом направо, приближаясь к переходу. И начинать движение вперед, только убедившись в зеленом сигнале светофора для пешеходов. Легче всего знания в младшем возрасте усваиваются в игровой форме. Системная воспитательная работа проводится с детьми в образовательном учреждении. Это очень важно, и мы много с ними говорим, изучаем улицы, ситуации проходим. И здесь сегодня и детям интересно познакомиться непосредственно с сотрудниками, ну и принять такое в интересном таком мероприятии участие. Кроме того, ребята вручили остановившимся водителям наклейки с напоминанием о том, что маленьких пассажиров можно перевозить только в детских креслах. Участники движения отметили пользу проведения подобных мероприятий. Сами знаете, молодежь сейчас, все с телефонами, все с плеерами, дороги переходят, все считают, что водитель за все отвечает. А прежде всего, все должны отвечать, как пешеходы, так же и водители. Воспитанники детского сада остались под впечатлением от необычного урока. Ну, мы переходили дорогу, учились, как ее переходить. Ну, потом раздавали наклеечки. Мне понравилась зебра. Она переходила дорогу. И все на нее смотрели. 1 июня стартовала социальная кампания «Маленький пассажир. Большая ответственность». Задача проекта – рассказать подрастающему поколению о правилах, а взрослым напомнить о законодательстве, которое сводит к минимуму травматизм детей на дороге. Тематические акции будут проводиться все лето. На данный момент проводится мероприятие «Внимание, дети», также направленная на безопасность дорожного движения среди маленьких детишек. Информационная работа уже приносит свои плоды. За последнее время статистика ДТП с участием детей снижается. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Наверняка каждый владелец домашнего питомца хотя бы раз посещал ветеринарную клинику для планового осмотра или вакцинации, определенной процедуры или операции. Наш корреспондент Анастасия Воронина узнала, с какими проблемами четвероногие пациенты приходят на прием к Айболиту и почему необходимо проверять своего четвероногого друга хотя бы раз в год. В государственной ветеринарной клинике города Видное, особенно с приходом лета, беспрерывным потоком идут люди и приводят своих домашних животных на прием к врачу. Причины визитов к айболитам совершенно разные. Практически каждый день обращаются к нам с заболеваниями разные вирусные этиологии, респираторные какие-то заболевания, да, и очень часто обращаются с покусами, ставим их на карантины. Осмотр животного мало чем отличается от человеческого. Ветеринар обращает внимание на внешнее состояние пациента, его дыхание, температуру тела, а также при необходимости после сдачи анализов проводит специальное исследование.
Животные, как и люди, к сожалению, подвержены абсолютно разным болезням, иногда даже требуемые операционного вмешательства. Именно поэтому в ветеринарной клинике есть все необходимое оборудование для осмотра и лечения того или иного питомца. Галина Бубуйок тщательно следит за здоровьем своих собак и, если замечает у них недомогание, незамедлительно обращается к врачу-специалисту. Мы записались уже, сделали необходимые процедуры, нам доктор назначил, и придем прививаться, когда пройдет процедура вот карантина, после вот того, как мы прогнали глистов. Такая обязательная процедура. Ирина Алимова со своей собачкой Ричи, прежде чем отправиться в отпуск, обратилась в ветеринарную клинику за специальной справкой, необходимой для переезда. Прежде чем выписать справку, должны сначала животное осмотреть, провести люминесцентную диагностику на выявление дерматофитов. Конечно, для многих четвероногих пациентов приход в ветеринарную клинику – это серьезное испытание. Собаки и кошки в ожидании своей электронной очереди очень волнуются. Для них это настоящий стресс. Но врачи настоятельно рекомендуют хотя бы раз в год проверять состояние здоровья своего любимца и обязательно вакцинировать их от бешенства. Заражение может быть и от домашних животных, и от диких животных, так как наша полоса все-таки Московская область, зачастую это частный сектор. На сегодняшний день очень много, массовое размножение грызунов, соответственно, и диких животных. Животные, как и дети, требуют особого внимания к их питанию, действиям и уходу. Ведь от этого зависит здоровье питомцев. Поэтому надо помнить, что, приобретая животное, каждый из нас приобретает еще и большую ответственность. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Уже несколько лет районный историко-культурный центр собирает в своих стенах любителей словесности на поэтические чтения «Стихи живут». Но организаторы уверены, географию чтений нужно расширять. Одними из первых поддержали инициативу работники Московского коксогазового завода. Именно туда и отправилась наш корреспондент Екатерина Борисова. Более 3 лет в районном историко-культурном центре проводятся поэтические чтения «Стихи живут». Сегодня чтения шагнули за пределы центра. Стихи будут звучать здесь, в самом центре Московского коксогазового завода в исполнении его сотрудников. Идея расширить географию чтений принадлежит сотрудникам историко-культурного центра. Сейчас ведутся переговоры со многими организациями района, детскими садами и школами. Мы хотим, чтобы поэтические чтения жили, чтобы люди любили стихи, любили поэзию, читали, чтобы наши дети росли, знали, что такое стихи, как правильно их читать, да, чтобы они понимали, о чем эти стихи. Московский коксогазовый первым откликнулся на инициативу. Его сотрудники выбрали для прочтения проникновенное стихотворение Вадима Шефнера и Игоря Шаферана «Мы твои рядовые, Россия». Мы живем на огромной земле, даже внешне друг друга не зная, кто шагает в свой цех по Москве, кто растит урожай на Алтае. Кто спускается в угольный штрек, кто ведет пароходы морские. Но одно нас связало навек – мы твои рядовые, Россия. Мы в глаза твои смотрим, любя, самой сильной сыновей любовью, чтоб враги не топтали тебя, заплатили мы собственной кровью. Полководцы Великой войны и солдаты совсем молодые, перед Родиной все мы равны. Мы твои рядовые, Россия. Мы любые возьмем рубежи, как бы ни были будни суровы. Лишь единое слово скажи, и на подвиг идти мы готовы. В каждом сердце отваги запас. И сегодня, как в годы былые, ты рассчитывай твердо на нас. Мы твои рядовые, Россия. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что именно старейшее градообразующее предприятие района первым поддержало проект. Коллектив тут очень дружный, и к тому же среди его сотрудников, как оказалось, много любителей поэзии. Стихи люблю. Вот. Ну, почему решил принять участие? Ну, наверное, потому что это надо. Может, кто-то посмотрит и заинтересуется. Вот люди читают. А некоторые, как, например, инженер Роман Романенко, сами пишут стихи. Со школьных лет, вдохновленный сначала любовью, потом жизнью, начал писать стихи. Вот, и о любви, и патриотические даже были. То есть, да, увлечен. И мечтаю писать стихи для песен и, возможно, даже сам исполнять их.
Технарь по профессии, лирик в душе, он черпает вдохновение во всем, что его окружает, в том числе и на работе. Пользуясь случаем, Роман прочитал нам и свои собственные стихотворения. И в будущем нашем пусть солнце сияет, мы мир наш построим без фальши и лести. Любовь – это то, что мы держимся рядом. Любовь – это то, что мы держимся вместе. Сотрудники историко-культурного центра надеются, что и другие организации района, да и все жители поддержат их инициативу и присоединятся к марафону поэтических чтений «Стихи живут». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в заключение выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 20 июня, на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков температура плюс 29 градусов. И это все на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.